Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Новую схему продажи квартир в новостройках разработали агентство ипотечного жилищного кредитования, Минстрой и Центробанк. Деньги граждан будут перечисляться не застройщикам, а на эскроу-счета в банках. Там они будут храниться до завершения строительства дома. Если застройщик окажется проблемным, покупатель сможет забрать свои деньги со счета. При этом обе стороны, как и сейчас, будут заключать договор участия в долевом строительстве и регистрировать его в Росреестре. Уполномоченный банк станет третьей стороной договора, отмечают ведомости. Предположительно, новая схема начнет действовать с июля 2019 года. Сейчас эскроу-счета могут открывать 19 банков, но этот список может быть расширен, пояснили в Центробанке. Дайджест недвижимости. Кировчан приглашает обсудить продление улицы Производственной до Чистых прудов. Общественные слушания по этому вопросу пройдут в четверг, 21 декабря, в администрации города. Объектом обсуждения станет проект планировки территории улицы Производственной от кольца до развязки в микрорайоне Чистые пруды. Горожане смогут познакомиться с документацией, услышать пояснения от разработчиков проекта, а также оставить свои замечания и предложения. Собрание начнется в 16 часов. Место проведения – кабинет номер 300 администрации города. Вход с улицы Воровского, уточняет iKirov.ru. Дайджест недвижимости. Кировские рестораны и кафе проверят на соблюдение правил пожарной безопасности. Рейды начинаются на этой неделе в преддверии череды новогодних корпоративов. Все объекты общепита в обязательном порядке должны пройти проверку на наличие огнетушителей, обеспечение свободного передвижения через входные группы, наличие пожарных выходов, сообщил глава администрации Кирова Илья Шульгин. Кроме того, проверены будут все площадки, где в новогодние каникулы запланированы массовые мероприятия. Всего их 87. Шульгин также напомнил о действии запрета на использование бенгальских огней и хлопушек там, где этого не позволяют условия. Руководителям развлекательных заведений эти требования будут передавать лично, в письменном виде. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.